Ребята, всем привет! На связи команда Милок, и сегодня у нас небольшой обзор Мел Барсук. Поверхность у мела достаточно бархатистая. Барсук относится к сортам средней плотности и твердости. Мелок, расколенный на такие пластиночки, особенно вкусный и сытный. Мелок довольно-таки хрустящий. Хрустеть, можно сказать, продолжительное время. У него такая прям сбалансированная, не слишком жирная, не слишком сухая структура.